Дня. Сегодняшний субботний матч встречается команда ФК Терекон, команда Юнайтед. Состав команды ФК Терекон. Второй Куликов Александр, первый Кучин Евгений в воротах, десятый Нарожного Алексей, третий в красной форме. И команда сейчас Фабрицио Родригес опасна и Евгений Ку... И сейчас и пробивает в игру. Сейчас игроки команды Юнайтед пытаются... И контратака, отличный удар, и забивает свой первый гол в этом матче. На третьей минуте забивает. На третьей минуте матча. Гол, фу, как Дуглас Коста, как Алекс Тейшейра, как... В этом матче столько мячей уже потянул. Сейчас Эдуардо смещается в центр, пробивает, и опять Евгений Кучин переводит, так сказать, такой статус клуба. И Евгений Кучин тащит очень опасный момент. Фабрицио Родригес и забивает. Череда. Сергей, 22 номер команды Телеком, сравнивает счет. Буэна. И Фабрицио, и Эдуардо с мячом. Эдуардо левой ногой переводит мяч в ворота. Друзья, сейчас становится 2-1. Очень интересный матч. Фабрицио, среда. Опасно пробить. Передача, потеряли игрока. Фабрицио Родригес, передача на партнера, 8 номер. Куликова пробивает. Сергей еще второй. Нет, Куликов Александр. Ударник Токарев на месте. Отличный игрок, показывает ему свои скиллы. Передача на Киричка, Киричок. И это мог быть гол тура. Опасный момент у ворот команды Терекона. Владислав Чутюрук. Передача Ройна с мячом, передача на... И забивает, и сравнивают счет игроки команды Юнайтед. Эдуардо, Фабрицио Родригес. Ну, теперь один на... Не забивает. Фабрицио Родригес включается. Игорь Киричок пробивает, и Евгений Кучин отбивает этот мяч. Отлично, 2-2 счет. Сейчас Евгений Кучин, вот мяча. Тетеру голову. Да, с мячом, передача на Фабрицио. Фабрицио, передача на Киричка. И Евгений Кучин отлично играет. Отличного розыгрыша. Эдуардо с мячом, передача на Киричка. И сейчас будет пробивать Киричок. И... Друзья, это гол! Счет у нас становится 3-2. 10-метрового забивает Игорь Киричок. Фабрицио Родригес! И это гол, друзья! Это Фабрицио Родригес, это лучший игрок первого тура, и он подтверждает свое реноме. В чем Руэнов? Передача на Зражевского. Что он будет думать? Передумал, проходит центр, удар и блокирует Цивитас. Пробивает и забивает. Шестой номер команды Юнайтед. И заканчивается игра, друзья. Счет у нас 4-3. Победила команда. Сейчас возьмем интервью, ребят.